Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Я считаю, что мы сами себе создали этот пенальти. Там среди с рядом ошибок. Но он возник из ничего, здесь никого винить нельзя. Как бы здесь пошла цепь ошибок, как и в эпизоде со вторым голом. Вот, и, ну, не знаю, тяжело как-то говорить. Могли спокойно играть, но как-то немножко занервничали в конце. Вот, я думаю, что мы допустили ошибку, то что ну, немножко подсели сзади. Вот, не стали нагнетать их так же, как вышли после первого тайма. Вот, стали играть агрессивнее, быстрее вперед. Вот, стали доставлять мяч до нападающих, до полузащитников. Вот, сделали два взятия ворот, плюс имели много шансов, чтобы как бы удвоить, утроить это преимущество. Но в итоге получили вообще необязательный гол. Здесь как бы уже могу сказать, что виновата вся команда. Здесь нельзя перевешивать ответственность на какого-то конкретного игрока. Есть вся команда. Сыграли в ничью, пропустили гол, виноваты все.